Родник Маришка в Ленинском районе Ульяновска – излюбленное место местных жителей. В любое время года здесь многолюдно. Каждый день сюда приходят местные, чтобы набрать чистой воды. Жили 25 лет. 25 лет на Федерации. Каждый день ходили сюда за водой. Каждый день. Пили только эту воду и никогда ни на что не жаловались. И сейчас, вот когда едем, например, и везем отсюда воды, пьем ее, не кипятим. Однако много лет родник был в запущенном состоянии. Памятник природы привели в нормальное состояние благодаря программе по благоустройству родников. В прошлом году привели в порядок еще 5 источников. Отремонтировали подходы к водоемам, декоративные строения, оборудовали места для отдыха. В 2024 году работа продолжится. В этом году мы планируем благоустроить 24 объекта. Общая сумма выделенных региональных средств составляет 6,5 миллионов рублей. Обязательное требование, согласно поручению губернатора Алексея Юрьевича Русских, у нас разработан брендбук, в соответствии с которым должно производиться благоустройство таких объектов, которые значимы для населения Ульяновской области и являются привлекательной территорией для туристов. Однако благоустройство территории вокруг родника далеко не все, что необходимо жителям. Важной проблемой таких мест является их загрязнение. Регулярные уборки проводят представители администрации города. Что место уникальное, соответственно, и стараемся содержать его более-менее в порядке. Для этого привлекаем и волонтеров, для этого организуем субботники. Скоро у нас с начала апреля начнутся месячники по благоустройству, соответственно, будем тоже заходить сюда и с подрезкой деревьев, убирать аварийные какие-то ветки, собирать мусор. Благодаря программе по благоустройству родников, которая работает уже больше 12 лет, в регионе удалось отремонтировать 600 источников на общую сумму 55 миллионов рублей. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.